Саженцы песчаного колосника блюдюн, Leymis arenarias блюдюн, привлекательны неприхотливостью в выращивании. Они устойчивы к засухам, морозам, сильным ветрам, загрязненному воздуху и почве. Формируют куст высотой около 0,9 метра. Листья длинные, узкие, шириной до 1 см. Окраска сизо голубая с остальным отливом. Колосняк зацветает в июне и июле неприметными цветками, собранными в колосовидные соцветия. Хорошо развивается только на песчаных почвах. В ландшафтном дизайне растение используется как солитер или в групповых посадках. Куст растет в открытом грунте и контейнерах. Elymus песчаный блюдюн – это травянистый высотой 90 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц июнь-июль. Окраска цветка бежевая. Лист растения по форме узкий. Весной листва по цвету сизо-голубая, летом листва сизо-голубая, осенью листва сизо-голубая. У растения нет шипов. Важно, что Elymus песчаный блюдюн самобесплодный, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.